В Сарском побережье здесь нашли какую-то красивую церковь. Как и все церкви, которые мы видели в Стамбуле, она огорожена высоченным забором с колючей проволокой. Но может быть в этот раз мы уже найдем какой-нибудь вход? Я вижу, вот там люди ходят. Почему-то в мечети попасть очень легко, а в церкви почти нереально. Здание это очень симпатичное. Причем, если приглядеться к крестам, церковь православная. Осталось только понять, как сюда войти. Здесь замки висят, я вижу. Вот уже по цепочке понятно. Вот она, пожалуйста. Они как-то сюда по-другому попадают. Попробуем обойти. Храм великолепный. Он на наши храмы не похож, но он православный. Видимо, по причине того, что это, скорее всего, греческая православная церковь. Мы все-таки в Стамбуле находимся, бывший Константинополь. Давайте попробуем во вход обойти. Может быть, какой-нибудь вход и найдем. Ну вот, кажется, впервые за все время, что мы находимся в Стамбуле, мы нашли место, где можно реально войти в христианский храм. Оказывается, я ошибся, это не греческая православная церковь, это болгарский храм. Храм Святого Стефана. Я вижу здесь склеп Вселенского митрополита Метелия. Написано, запрещена съемка или фотографировать запрещено. Ну давай попробуем войти. А, сюда, наверное, да? Да. Видимо, это смотритель. Поджигает лампадки. Ты смотри, как сначала вниз опаливают. Вот, теперь ставь. Вспоминай родственника. В болгарских православных храмах, оказывается, можно сидеть. Присядем неудобно. Количество экстранов в протестантских советских. Конечно, мы туристы, мы хотим поснимать тоже, пофотографировать. Приехали, увидели болгарский храм. Но написано везде и нарисовано, что нельзя фотографировать и снимать там при входе. Поэтому не стал испытывать судьбу, не стал там особо сильно много снимать, фотографировать. Камеру держал немножко ниже, просто чтобы заснять хотя бы примерно, что там происходит и какая там атмосфера, и чтобы послушать, как поют.